рассказывать о 10 девах. Для полноценной жизни мы должны бодрствовать во всякое время. От Матфея, 25 глава, говорится про 10 дев. Все девы имеют по одному светильнику, и только пятеро из них имели больше всего масла в своих светильниках, и они смогли встретить своего жениха и были приглашены на брачный пир. Это касается и нас, верующих, которые ожидают нашего Господа Иисуса Христа. Мы должны молиться, чтобы увидеть нашего жениха и пойти на брачный пир. Мы должны молиться и бодрствовать в молитве, чтобы приносить плоды Святого Духа. Мы должны украсить свои сердца всеми плодами Святого Духа. С этим прощаюсь, желаю, чтобы вы были как те 5 мудрых дев, которые накопили масло на пришествие Господа. Со всеми прощаюсь, всем пока!